Новые детали другого инцидента в центре столицы. Четвертый подозреваемый в избиении Мустафы Наема задержан в Азербайджане. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины. Арсен Аваков уточнил, что местная полиция взяла под стражу Магомеда Аминсаитова по просьбе украинских коллег. Инцидент произошел в минувший понедельник из-за конфликта на дороге. В результате нардеп получил перелом челюсти и сотрясение мозга. Наем до сих пор в больнице. Троих нападавших задержали на месте. Суд избрал им меру пресечения. Домашний арест. А вот 29-летний Саитов через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и вылетел в Баку. Глава МВД отметил, процедура экстрадиции уже началась. Сейчас нам сообщили наши коллеги из Азербайджана, что по ордеру национальной полиции этот субъект задержан и готовятся документы на экстрадицию в Украину. Зараз розпочинається процедура екстрадиції, вона трошки, ну, має тривалий час, терміни часу, але хочу сказати всім громадянам нашої держави, що де б не був правопорушник, він повинен бути затриманий, доставлений і повинен предстати перед судом українським правосуддям. Дякую.